12 июня наша страна отметила важный государственный праздник – День России. Мероприятие, посвященное одному из самых молодых государственных праздников в стране, было организовано культурно-досуговым центром централизованной библиотечной системой Управления культуры администрации города Махачкалы. Мы занимаемся просветительской деятельностью. Естественно, и воспитание патриотизма и патриотическое воспитание – это самое главное кредо нашей библиотеки, для воспитать патриотическое чувство в наших читателях. На мероприятии выступали учащиеся детской школы искусств номер 5, участники литературного клуба «Почемучка Книголюб», вокальная группа народного хора русской песни «Волна». Целью мероприятия являлось воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу. На мероприятии также присутствовали гости из экологических структур. Заповедник Дагестанский, Министерство природных ресурсов и экологии представил выставку «Дагестан. Мой край заповедный». Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на сохранение благоприятной среды обитания. Взаимодействие общества и природы – еще одна важная проблема, которой было уделено внимание. Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей, развивать гражданственность и национальное самосознание, углублять знания об истории и культуры родного края. Такие задачи были поставлены и достигнуты организаторами мероприятия, посвященного Дню России. Алиса Шахназарова, Ахмед Зайпулаев, Прибойные новости.